Шеф-повар Максим Григорьев. Голубцы с мясом и гречкой в томатно-сметанном соусе. Голубцы – традиционное украинское блюдо. Разновидностей украинских голубцов, возможно, даже больше, чем разновидностей украинского борща. Их готовят в листьях свежей белокочанной и квашеной капусты, в листьях савойской и пекинской капусты, в листьях ревеня и свеклы, в виноградных листьях. Их готовят с рисом, гречневой крупой, кукурузной крупой, пшеном, белыми грибами, шкварками, картофелем. И каждый вариант голубцов – это очень вкусно, сытно и интересно. Время приготовления 2 часа. Ингредиенты. Ботва свеклы 40 штук. Вода 150 мл. Крупа гречневая 0,5 ст. Куриное филе 400 грамм. Лук репчатый 2 штуки. Масло подсолнечное рафинированное 3 столовые ложки. Масло сливочное 2 столовые ложки. Морковь 1 штука. Перец черный молотый 0,5 чайных ложек. Сметана 200 грамм. Соль 1,5 чайных ложек. Томатная паста 3 столовые ложки. Шаг 1. Для работы нам понадобятся молодые листья свеклы, куриное филе, гречневая крупа, репчатый лук, морковь, сливочное масло, подсолнечное масло, соль, черный молотый перец, сметана, томатная паста, вода. Шаг 2. Листья молодой свеклы, 40 штук, промыть предварительно, отрезав черешки. В кастрюле довести до кипения небольшое количество воды. Порциями по 3-4 штуки опускать свекольные листья в горячую воду на 15-20 секунд, вынимать и сразу опускать в ледяную воду. Затем выложить листья на дуршлаг и дать стечь воде. Шаг 3. Один репчатый лук очистить, нарезать кубиками и обжарить на сливочном масле. 2 столовые ложки, до золотистости. Шаг 4. 0,5 стакана гречневой крупы перебрать, промыть и отварить почти до готовности. Шаг 5. Куриное филе 400 грамм нарезать кусочками, поместить в чашу кухонного комбайна и измельчить до состояния фарша. Шаг 6. Соединить куриный фарш, подготовленный лук, гречневую кашу, соль 0,1 чайной ложки, черный молотый перец 0,2 чайной ложки. Перемешать. Шаг 7. Очистить вторую луковицу и один морковь. Лук нарезать кубиками и обжарить на подсолнечном масле, 3 столовые ложки, до легкой золотистости. Добавить натертую на крупной терке морковь, перемешать. Готовить 2-3 минуты. Шаг 8. У каждого свекольного листа слегка отбить утолщение стебельки, чтобы они стали мягкими. Выложить на лист фарш и завернуть голубец. Шаг 9. На дно посуды выложить стебли молодой свеклы, а сверху зажарку из моркови и лука. На зажарку плотно выложить голубцы.